Sanayla. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно Роза Лео, пожалуйста, к телефону. Кто это? Меня зовут Фира. Я живу на 6-м этаже. Я не знаю, с кем я говорю. Это Фира, 6-го этажа. Фира? Фира, Розочка, вы меня не узнаете? Я вообще никого не узнаю уже. Что с вами такое происходит? Я болею все время. Мне было сейчас пяткой очень плохо. У меня язва была не заживающая. У меня диабет. А сейчас? А сейчас, я не знаю, я лечусь еще, но сейчас уже легче. У меня сейчас запоры. А что у вас? У меня запоры сейчас. Так что, нельзя вылечить? Нет. Я уже 3 недели никакого. Но я, честно, не знаю, с кем я говорю. Фирочка, понимаете, Роза? Да. У меня такая проблема. Вы живете на 5-м этаже. А я живу на 6-м этаже. И вот, я когда выхожу из своей квартиры на всю лестничную площадку, с вашей квартиры воняет луком. И этот лук ужасно воняет. Это просто выдержать нельзя. Розочка, поймите, это вы не одни живете в этом доме. Это некрасиво так делать. Я не понимаю, кто это, и не знаю, убейте меня, я не знаю, кто. Меня зовут Фира. Я живу на 6-м этаже. Вы очень сильно завоняли. Вы живете в нашем доме? Да. Я живу в 5D. Где? 6D. Я не знаю, кто там живет. Это я там живу. Это Лиля? Фира. А? Да, это Лиля. Лиля, я вас не узнала. Что Лилечка, что с вами такое? Со мной ничего, вы понимаете, у вас очень воняет с лестницы, с вашей квартиры очень луком воняет. Вы понимаете, Родочка? Вы не жарили лук сегодня? Вы были сегодня на улице. Нет, я не была на улице. Я тут задыхаюсь, тут луком воняет. С вашей квартиры. С моей квартиры лук воняет? Луком воняет, да. С моей квартиры? Да. Это же выдержать нельзя. А что, у меня муж звонит с луком, когда я ничего не делаю? Ой-ой-ой, я не знаю. В общем, хватит жарить лук, потому что это выдержать нельзя. Я сегодня хотела с окна выброситься. Мне уже это надоело. Так вы должны были зайти ко мне. Я не знаю вас, честное слово, я не знаю. А я могу к вам зайти, если так воняет луком. А как у меня может, от чего у меня луком воняет? Так, вы на меня... Может, это соседняя квартира? Я не знаю. А вам не пахнет? Что, у меня нету... Я сегодня как раз варила холодец. Так там чеснок может пахнуть, а не лук. Ну вот, чесноком еще хуже. Розочка, это я вам последний раз говорю. А что вы мне говорите? Даже если у меня будет пахнуть луком, если я буду что-то делать, я что, должна у соседей спросить, или мне можно варить? Но я не варила сегодня, я вообще не... Не обижайтесь на меня, я просто хочу вам, просто если можно, открывайте окно, вы понимаете? Я вообще не готовлю, вы понимаете? Я один человек, я не готовлю. А если я приготовлю... Я не знаю, что самое... Как у меня можно звонить луком? Розочка, я все понимаю. Просто на всякий случай, знаете, не надо. Приоткрывайте окно, если можно. Не надо, скажите мне, что не надо. Что? Скажите, я хочу знать, что не надо. Я не хочу делать зло людям. Нет, просто приоткрывайте окно чуть-чуть.
У меня окна никогда не закрываются. Днем и ночью у меня открыты окна. Это очень плохо. Может, смазку надо проверить? Что надо проверить? Смазку. Почему они не закрываются? Я их не закрываю, потому что я задыхаюсь. Я не умею тем дышать. А как у вас получился холодец? Вкусный? У меня красивый, я не знаю, что он вкусный. Я его не пробовала. У меня такой красивый холодец, там дно видно. Но я не пробовала, я знаю, я немножко сырила. И мне обещал... Это вы на Новый год? Это ко мне обещал прийти мой зять и внук. Так я сварила холодец. Я вообще не готовлю еду никогда. Уже вот сколько мой муж умер, так я вообще не помню, когда я варила. А если я сварю постный суп или котлеты могу пожарить, и все. А какой у меня может лук быть, я не знаю. Может, я перепутала, может, это у других соседей. Но мне кажется, что от вас. Тетя Роза, а можно меня, вы знаете, попробовать холодец? Я говорю, тетя сегодня Роза. Я как раз... Тетя Розочка, да? Можно попробовать у вас холодец? Я не знаю, у меня была сегодня 6-го этажа, она была у меня. Вы у меня были когда-то дома в моей квартире? Да, конечно. Нет, я не была ни у вас никогда еще. У меня такая чистота, такая... Я просто не готовлю, потому что я один человек. И мне не знаете, я болею все время. До свидания, Розочка. Я только 2 или 3 дня выхожу на улицу, а то я даже не выходила. Ну все, до свидания. А такое, что у меня лук вонял, я даже не знаю. А что, чтобы я больше не делала, что вы хотите? Чтобы я не жарила лук? Я его никогда не жарю. И картошку даже не жарю, ничего. Алло.